Эхиверия Фрост Кристата 178 рублей. Посмотрите, какие они причудливые, мягкие, пушистые листики сизого окраса. Ну, сходные очень с полынью, наверное. Посмотрите, какие у них стволы причудливые. Как будто бы это какие-то костяшки. Боже мой, какая форма. Нашла еще один вот этот. На заднем плане стоял. Уж какой он красивый. Он пониже. Но он коренастенький, крупненький. Весь в свежих листиках. Чудесный красавец. Хочется на них смотреть и смотреть. Даже уходить не хочется. Посмотрите. Какая милота. Какие формы. Очень красиво. Очень интересная, необычная новинка. Я вижу в первый раз, я даже не знаю, к семейству, кого они относятся. Розеточные, длинные ремневидные листья. Санциана Firefly Green 799. Какие же сегодня необычные новые растения. Ой, вижу, малышка даже второй побег идет. Посмотрите, какие чудесные листья. Мелкие-мелкие брызги. Сплэшные. Центральные молодые не имеют еще такой пятнистости. Очень светлые-светлые. Филодендрон Orange Smile 299 с копейками. Посмотрите, какие чудесные малышки. В детстве у них оранжево-желтые, действительно, оранж листья. Очень милы, но правда маленькие. Ой, какой красивый лист уже. Постарше оранжево-оранжевый. Милахи. Генура оранжевая, 180 рублей. Посмотрите, какие милые череночки, яркие. Зелено-черничные опушенные листики. Цветы у них желтые, помпончики. И их называют крокодиловым растением. Я думаю, это связано с формой листа, которые очень напоминают крокодилов. Розово-серебристые с зеленым отливом листья маленьких сингониумов. Pink Illusion 199,75. Очень хорошенькие, свеженькие малышечки. Сингониум красавец сегодня в крупных горшках. Яркие, сочные листья. Серебристо-розовые. Очень крупные. Тройчатные листья. Побеги, как лианы, будут расти. Сохранить кокус не получится. Уже даже сейчас видно преимущественно мощные побеги. Цена 799 рублей без сортности. Вот такие огромные прекрасные кустики. Еще филодендрон Green Prince. Средние кусты, красивые листья. Сочные, молодые, зеленые. Посмотрите, какие хорошенькие растеница. 552 рубля. Внизу красавец Синдактус Требии. Очень люблю этот сорт. Красивые листья, много серебра. Крупные, асимметричные, сердцеподобные вытянутые листики. Очень красивые растения. 382 рубля. Мини-орхидеечки Анцидиумы. Посмотрите, какие милахи. Небольшие. Написано 10 сантиметров. Керамические горшочки. Цена 255. У них запах ирисок. Эсхинантус Элиза Ханг. Свежие, крупные, цветущие растения. Посмотрите, какие темно-лиловые. Соцветия, они не совсем открылись, из них должны показаться еще красные внутренние
колокольчик, язычки 1394 рубля. Крупные овальные листья, длинные очень побеги. Нашла полностью открытый. Внутри красный алый колокольчик. Вот так он выглядит полностью распустившимся. Остальные еще только в бутонах, не полностью открытые. Посмотрите, какие красивые, крупные, свежие, длинные побеги. Большой выбор сегодня башмачков, орхидей. Вот такие американские крупные терракотово-оранжевые пятнистые тигровые башмачки. Смотрите, какие красавцы. В миксе 1399,80. Также еще один вариант Пафеопедиума Винаколор 1299. Они еще не открыты, но смотрю, что какого-то сиреневого чернильного окраса будет башмачок. Если получится снять, попробую. Если достоят, все они вот в таких бутонах, очень красивых, ярких. И уже фисташково-зеленый, нам знакомый. Мы в прошлый раз его смотрели. Три вида сегодня пафеопедиумов. 1399 цена. Вот эти, конечно, красавцы, я впервые вижу. У них более длинные листья, чем которые вот эти грин. Очень интересно посмотреть, какого цвета башмачки, и даже нет картинок. Красивые очень сортовые пятнистые орхидеи, необычный рисунок. Художественный Magic 1300 рублей. Азалия Симси Микс Тем 899 с копейками. Посмотрите, какие красивые штамбовые деревца. Три окраса. И еще вот такой вот нежно-розовый. Все по одной цене, очень красивые. Какой-то вижу очень крупный, интересный горшок. Огромный большой куст. Красивые крупные розовые, насыщенного винно-розового цвета. Симси Отто 998 с копейками. Красивые очень азалии сегодня есть еще. Азалия Симси Франчески Ред 500 рублей. Очень необычный розовый окрас с каким-то оранжево-белым отливом. Белая Айко Микс 599. Симси Фёгель Микс 654. Очень красивые белые и розовые. На нижней полке маленький микс 382. И что же у нас здесь такое красивое, необычное? Ой, какая красота! Микс 382. Ой, милашки, какие еще все в бутонах. Два растения красно-розовые. Маленькое штамповое дерево без сорта. Сансевьерия Стар Каньон Гранит 850. Еще не разобрали, какие же они красивые. Я их недавно снимала там, где были только сансевьерии, но не удержалась, решила немножечко кусочком снять еще для общего обзора. Уж очень они милые. Смотрите, какой рисунок розовый, мраморный на зеленом листе. Яркие, сочные цвета весенних растений кальциолярий. Посмотрите, какие сочные терракотово-оранжевые. 255 рублей.
колотые краката, яркие, сочные, соцветия апельсинового окраса. Как по праздничному новогоднему они выглядят. Правда, праздники закончились, но хочется, чтобы они еще продолжались хотя бы в цветах. 800 рублей.